Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала, на своей холостяцкой кухне. И сегодня я вам хочу показать, как я изготавливаю картофельный крахмал в домашних условиях. Итак, смотрим. И вот, друзья мои, вот у меня картофель. Очень вкусный, молодой. Недавно я его выкопал буквально на днях. Измельчать я его буду на мясорубке. Картофель, естественно, надо тщательно, предварительно, хорошенько прям помыть, потому что я его буду перекручивать вместе с кожурой. И буду вам все показывать на примере вот в этом вот стакане, чтобы вам видно было, как отделяется наш крахмал. И, естественно, я буду измельчать целое ведро. Сейчас я вам его покажу. Можно начинать. Хватит мозги пудрить, ясно? Вот у меня ведро, как видите, полное, 10-литровое. И теперь начинаем перекручивать. Все я перекрутил, часть я вот сюда вот в кастрюлю высыпал, залил водой. И теперь тщательно, хорошенько вот так вот рукой изминаем наш картофель, чтобы картофель как можно лучше выделил свой крахмал. И буду я отстаивать его часа 2-3. Вот так вот периодически его буду помешивать. Прошло у меня ровно 3 часа. И теперь я в любую посуду, которая у вас есть, надеваем сверху марлю. Марлю я сделал 4 слоя, так как марля теперь очень такая, я вам скажу, не очень хорошего качества. Да-да-да. И теперь вылил я вот кружкой сюда картофель прямо вместе с водой и хорошенько тщательно отжимаем. И вот такую вот процедуру я буду проделывать со всем картофелем. Отжимаем хорошенько, чтобы у нас вся вода стекла. И теперь вот эту вот воду я еще раз на всякий случай процеживаю через вот такое вот мелкое-мелкое сито. И такую вот процедуру я буду проделывать со всей кастрюлей. Так пропущу весь картофель. И так как я вам обещал, буду показывать на примере вот этого вот стакана. Вот сюда я вылил буквально пол кружки. Как видите, уже крахмал начинает оседать. И теперь, спустя ровно 2 часа, я сливаю вот эту вот темную воду. А на дне у нас остается крахмал. При выливании не бойтесь, крахмал не выпадет, он прилип. И теперь, чтобы нам получить более светлый крахмал, мы еще раз заливаем водой. Все хорошенько, тщательно перемешиваем. И оставляем опять до того момента, пока весь крахмал не осядет. Это пройдет часа 2-3 опять. Прошло у меня 2,5 часа. И теперь я эту воду сливаю. Как видите, крахмал осел, вода посветлела. Все, я воду слил. И теперь наш крахмал я выкладываю вот в эту тарелку. Если кто-то хочет более светлый крахмал получить, такую процедуру надо сделать раза 2-3, а то и 4, чтобы получить белый снежный крахмал. Ну что ж, друзья мои, вот такой вот крахмал у меня получился. Как видите, его немножко получается, но зато он очень вкусный. И вот в таком виде уже выглядит высохший крахмал. Сушил я его на подоконнике, на солнышке. Быстро он у меня высох, буквально за сутки. И вот этим вот крахмалом я буду пользоваться зимой. Из него можно изготовить любые блюда, в том числе, например, кисель. Ну, как вы все поняли, все готовится очень легко и просто. Готовьте, не пожалеете. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. А вы не расходитесь пока, я ненадолго. Всем пока-пока.